Баня, парикмахерская и новая медицинская часть в бывшей колонии для несовершеннолетних теперь будут отбывать наказание женщины. Причем не только те, кого осудили в Омской области, но и из соседних регионов. Пока в корпусах заключенных нет, но режим все равно соблюдается. Мой коллега Дмитрий Ковалев побывал в исправительном учреждении, оценил условия, в которых будут содержаться осужденные, и выяснил, как их планируют перевоспитывать. Почти 50 лет в поселке Морозовка была воспитательная колония для несовершеннолетних. Но детская преступность с годами снизилась, и учреждение решили закрыть, переделать и открыть в новом формате. Так в регионе появилась первая женская тюрьма. Последний воспитанник был вывезен 1 июля 2015 года. За полтора года была организована швейная мастерская. Значит, были проведены ремонты в общежитии отрядов. Впервые в регионе замполитом колонии стала женщина. Анна Гончукова уже 17 лет в службе и уверяет, здесь условия действительно хорошие. В общежитиях есть душевые кабины, отдельные комнаты для чаепитий и даже специальные помещения для видеозвонков родственникам. Кроме того, оборудована небольшая гостиница. Осужденных женщин могут посещать их родственники. Краткосрочное свидание предусмотрено до 4 часов, длительное свидание до 3 суток. В каждом из трех отрядов 5-й исправительной колонии есть вот такие комнаты психологической разгрузки. Здесь с группами осужденных будут работать психологи. Здесь не будет так называемых первоходок, то есть тех, кто попал в колонию впервые. Только повторно осужденные преступницы. Большинство из них должны выплачивать компенсации пострадавшим. Поэтому в заключении женщины будут работать. За решеткой даже можно получить профессию. В банно-прачечном комплексе появилось практически профессиональное место для парикмахера. Трудоустроена здесь будет также одна из осужденных. Швейный цех сейчас рассчитан на 40 человек. Еще есть возможность установить 30 машинок. Труд осужденных востребован. Они получают деньги и возможность рассчитаться с долгами. Бизнесмены покупают готовую продукцию, которая в разы дешевле, чем изготовленная не на режимных фабриках. Работать и отбывать наказание в исправительной колонии номер 5 осужденные амишки будут уже этой весной. Дмитрий Ковалев, Константин Демиденко. Новости здесь, Омск.